походу... Не надо! А, в смысле? Он меня подстрелил! Ребята, этот день настал. Наконец-таки вышла Little Nightmares, вторая часть. Нам с вами ее дали раньше на несколько дней, чем многим блогерам. Большое за это спасибо. Очень приятно, что вы нас цените. И мою аудиторию тоже. Вот, поэтому посмотрим с вами буквально там на парочку серий, потому что до 12 числа нельзя выкладывать там до определенного момента. Вот, мне уже нравится саундтрек, прикольный, я люблю эту игру. Кстати, если не смотрели первую часть по Little Nightmares, то рекомендую вам ее перед вот этим видео посмотреть тоже, чтобы вы понимали, о чем вообще, собственно, будет речь. Ну, а мы начинаем новую игру. О, музыка такая... Ладно, поехали. Новая игра. Создаем. Насколько я знаю, здесь мы будем играть вместе с вот этой вот девочкой в желтом вот этом плаще, но с другого персонажа. И в другой локации, да. Ну скажите, что вы тоже волнуетесь, а? Глазочек, смотрите, это же глаз. О, добрый вечер, я в лесу. Вот наш, собственно, главный персонаж в этой серии. Вот такой вот человечек с пакетом на голове. У меня здесь два варианта, почему он с пакетом на голове. Либо он некрасивый, либо он просто не накрашенный, ну то есть без макияжа. Но я думаю, что он красивый персонаж и просто не накрасился и не готов ко встрече, решил нас не пугать. Давайте посмотрим, что вообще тут как. Надеюсь, обучение будет. Так, притопить вот так. Это краться, кричать, наверное, звать девочку. Прыжочек на А, ну вроде бы все понятно. Телевизор работает, не работает? Но это вроде бы как мальчик. В лесу страшно. А что, мы все время будем бегать? А что это такое? Какие-то хохоряшки на полу валяются непонятные. Ой, я так рада. Надеюсь, что и ты тоже. Блин, ну-ка. Там вон клетки стоят. Ой, а интересно, здесь будут какие-то типа гномики, вот как в прошлой серии, которых нужно было вызволять. Я так понимаю... что это такое? Фу, ты кто? Это что, кальмар? Дохлый кальмар? Ясно. Так, сейчас нужно разбежаться нам здесь и с тобой вот так вот завыдавать. О, видишь, молодца, только чуть-чуть оступились немножко. Клетка открывается, нет? Могли бы обучение, что ли, дать? Я не помню просто, что, как нажимать. Ну, ладно, там по опыту разберемся. Вот, клетка, которую нужно будет открыть. Как ее открыть? Попробуй-ка открой. Так, РТ это что? РТ это вот эта штучка. И подними, чтобы тащить. Давай. Тяжело идёт. Давай, выходи. Ну чё? Вентиляционный воин в действии полезли. Удерживайте ЛТ, чтобы присесть. О, как красиво. Смотри, как прикольно. Корни какие-то, блин. Таких вот планов в той части было поменьше. А теперь мы можем прям смотреть на его личико, как он тут ползает такой. И он может идти и вот так, и вот так. Побольше сделали... скажем так, пространство, в котором может находиться наш персонаж. Блин, прикольное дупло. Ой, башмачок, кто-то забыл. Тухлые ножки. Я же надеюсь, сейчас меня никто не будет пока что коматозить. Тут как-то только игра началась, но не хотелось бы прям это сразу. Так, нужно как-то надо зацепляться, а потом подниматься. Все. Надо запоминать клавиши. Я потом просто буду играть на геймпаде от PlayStation, я просто не поняла, как его включать, пока я играю только с Xbox-овского. Вот, то есть придется разбираться. Не расшибусь, головой, по-моему, ударился, оставил шишку. Теперь меня никто не полюбит, скажешь, у меня во лбу звезда горит. Так, это какая-то ловушка. Наверное, а если я ее зацеплю? Подожди! Ну я хотел, я же отпрыгнуть хотела, я хотела просто попробовать. Подожди, я верю, что можно пробежать и не попасться в эту ловушку. Смотри. Смотри, оп. А, нет, ты видишь, он специально не хочет убегать, то есть
Эх, не дали нам выбора, не дали. Ладно. Ну, мы пытливые с тобой, мы просто попробовали, попытались. Ладно, тогда нужно просто перепрыгнуть. Оп, и все. Вот так вот. Это похоже на мох или какие-то листья. Это что, тоже какая-то ловушка? Или ее просто надо столкнуть? Я так понимаю, что ее нужно прям рел вот так вот взять и толкать. Я так понимаю, хватается она вот так и... Ну, а по-другому нам, видимо, здесь не перебраться. Интересно, когда мы встретим девочку? Как же ее, шестая вроде бы? Или я путаю со Стрэнджер вот это вот очень странные дела? Посмотрим, ладно, разберемся потом. О май гад. Так, здесь надо присесть. Давай. Иду. И чего-нибудь да найду. Слушай, ну прям корни раздвигает. Икс, бежим! Ой-ой-ой. Так, ребят, помните наш чудесный с вами челлендж считать, сколько раз за серию я умру? По-моему, мне кажется, пора. Пора считать. Так, побежали, пощемили. Мы бежали. Давай, беги. Да ладно тебе! Я же не успеваю, оно быстро катится! Ты чё, дерево? Пиноккио взбунтовался. Где папа Карло? Давай, беги. Может быть, надо прыгнуть? Я не знаю. Последний момент. Ой, все хана. Прыгай! Получилось. Фух, что-то у меня плохо получается бежать иногда в таких играх. Так, крючочек. Я так понимаю, что на него как-то надо запрыгнуть. Но непонятно как. Так. Головоломка наша первая, да? Надо покрутить там, но как попасть? Может быть, надо в дупло залезть? Ну, оно выглядит так, что там... Да, смотри-ка, подъемчик. Видал, какой едва заметный? То есть, без 100 грамма это не найдешь. Но мы вроде бы под 100 граммами, так что нашли. И... Кавабанга, Карл! Ать! Но на грани, но допрыгнули. Главное, что мы это сделали. Крутить. Ага. А она, наверное, сейчас на время будет, да? 100% я сейчас отпущу. Ну, конечно, классика жанра, конечно. В этой игре просто так тебе вентили не дают, чтобы они стояли на месте ровно и не шевелились. Поэтому ты как бы, как ни крути, ты должен. Боже, я так скучала, мне так не хватало этой атмосферы, наконец-то. А здесь что? Слушай, а мне кажется, я не допрыгну. Я, конечно, попытаюсь. Я умею летать! Тум. Ой. Кажется, я умер. Опять. А как же мне тогда быть? А, ну конечно, дурачок я. Тут же есть лесенка. Нет? Не работает? Подожди. А, вот так. Я думала, за веревку можно взять. Типа взял за веревку и все. А теперь я так понимаю, как по лестнице. Да, вау, прикольно. Было бы прикольно, если бы еще эти дощечки под тобой бы такие брали бы, проламывались, было бы еще бы атмосферней. Интересно, мы все время будем с вами в лесу, или мы потом рано или поздно с вами куда-то попадем еще? Но то, что это не корабль, это прикольно. Башмаки. О, хотите башмак? А можно? Я могу? О, я могу носить башмачок! Смотрите, у меня есть башмачок. Кому нужен башмачок? Сыром пахнет. Хорошо, что я не невеста, иначе бы в мой башмачок засовывали бы всякую воду, и потом бы пришлось ее пить. Так, стоп. Это ловушка? Я поняла, смотри. Мы должны с тобой взять вот этот башмак. Хорошо, что не я там оказалась, реально. Иначе нам бы был бы песос. Но он такой, немножечко оборванный, непонятно откуда он сбежал, но я думаю, что мы с вами разберемся. Может быть, он типа сбежал с корабля, а может быть, он бежит на корабль вызволять кого-нибудь из своих, понимаешь? Может быть, сейчас у нас будет пазлик с тобой потихоньку. Ты смотри, как замаскировали, ты видел? Стоят капканы такие, кишочками присыпанные, едва-едва заметные, но мы-то с вами глазастые, мы с вами такое говно сразу видим, оп, и все. А если я вот эту палку возьму, то что-то произойдет? Ну-ка, дай палку. Дай палку сюда. Отдай. Моя палка. Я так понимаю, что этой палкой я должен сделать вот так. Вау!
Не хотелось бы, чтобы там была моя голова, иначе бы она превратилась в оливьешку. Уии, американские горки, ну почти. Тут еще одна палка. Блин, меня беспокоят вот эти вот скворечники. Блин, а палка, видать, тяжелая. Сейчас что-то на меня полезет. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Нифига себе! Оказывается, там под листочками-то капканы. А почему они тогда... Не это самое меня... Ну, как бы я так спокойненько прошла. Может быть, я могла бы без этой палки пройти? Давайте просто я вот так вот долбану здесь. Ну-ка. Он типа... вон они! Фига! Вот это маскировка, ты прикинь. А я их реально не заметила. Я просто их каких-то чудом обошла. О, шишки. Как анекдот про World of Warcraft. Короче, там суть такова, то что орк немножечко оказался глупый и напихал в прямом смысле этого слова шишек в бедную эльфийку. А там шла речь про палки, которые типа это... Ну, пару палок напихал. Ё-моё, ё-моё. Вот это шишки просто разминировали мне путь. Все, вроде бы нормально. Надеюсь, меня не прибьет. Не, ну вообще в теории, ребят, мы можем с вами как бы просто вообще... Бляха, нахрена ты выкинул шишку? На сучок без задоринки. И вот здесь вот аккуратно надо... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, мне нравится. Кайфово. Опа! Когда мы встретим нашего первого бесящего босса, который будет нас преследовать на протяжении всей игры... Что-то мне подсказывает, что прямо вот сейчас, вот так вот, ничто не предвещает беды. Блин, прикольно, так можно бегать. Какие-то вот ульи стоят. Смотри. А? Я могу прям, смотри, как далеко бежать за карту. Это так миленько. Я залезу на тебя, ты залезешь. Опа, на... А вот и, собственно, где будет, видимо, действие происходить. Заброшенный домик в лесу. Говорила мама мне в лес не ходить. Ну да. Вон тут кто-то туалет выбросил. Кому-то нужен туалет использованный. Можно сдать его на какую-нибудь там керамику. Их же, наверное, перерабатывают. А здесь вот что-то, мне кажется, лежит вот в этой клетке, нет? Не, наверное, кажется. Это как проход. Ну чё, ребят? Начинаются приключения. Мы залезаем с вами в домик. Интересно, кому этот дом принадлежит? Наверное, какой-то ведьме, которая курит и пьет чай, и варит сосиски. Ну, как всегда, собственно. А давай сосиску возьмем. Смотрите, ребят, у меня есть сосиска. У меня есть винишка и сосиска. Кто хочет со мной сходить на свидание? Даю сосиску, и мы с тобой на вписке. За сосиску. А я могу открыть холодильник? Мне кажется, там что-то лежит. Что внутри, видишь, скрытые достижения. Отпускай. Ну, не скажу, что прям как-то противно, да, сосиски. Но ничего такого суперкриминального. Я могу закрыться в холодильнике и жить там. Ладно, пойдемте дальше. Уф, какая тяжелая дверь. Ну, тут всегда так было. Музыка опять играет. Ой, тут так много проходов. А куда же мне идти? Вряд ли я открою эту дверь. Давайте попробуем открыть вот эту. Нет. Сейчас разберемся с тобой. Не, может быть, тут правда живет какая-то старая бабушка? А, ну тут все, видишь, пока что закрыто. Нам, видимо, нужно в ту самую открытую дверь, которая нас как бы привлекает, которая нас манит, зазывает, говорит, войди в меня, и козленочком станешь. Ладно, пойдемте войдем. Я вроде бы худенький, протискиваюсь. Мы же за мальчика вроде бы как играем. Так, ну не говорите, что мы идем в подвал. Очень плохая идея идти в подвал. Клубочек. Сейчас что-то произойдет. Я возьму этот говно клубочек, и что-то будет плохое. Там мне клубочек. Опа! Ребенок. Подожди, а что за ребенок? Подожди, ребенок! Ребенок! Ну-ка, дай-ка. Да подожди, ты что, не туда клубок кидаешь? Возьми клубок! Вот, вот вонючий колобок, не убегай от меня. Куда ты? Не туда. Мне нужно девочку вызволить. Там какая-то бедная девочка сидит, несмеяна, играет, дундулит. Ну-ка, оп. Да ладно. Пусти меня, девочка. Девочка. Девочка, я хочу тебя вызволить. Как мне тебя вызволить? А, это дверь, ё-моё.
Ладно, тогда пошлите в другую комнату. Это она играет на шкатулке музыкальной. Может быть, это дети, которых можно вызволять в этой части? Может быть, возьмем давай топор? Мне кажется, да. Оля, смотри, у меня будет топор. Я буду опасный парень. Девочка, вижу женщину в беде. Иду к ней, несмотря на то, что молоток очень тяжелый. Сейчас я тебя вызволю, красная девица, и пойдем жениться. Все как в русских народных сказках. Я тебя спас, а ты мне свою эту самую дашь. Тихо, не убегай, я тебя выпущу. Ну куда ты? Ну ёшкин матрешки. Девочка, девочка, выходи. Я добрый. Я правда. Вылезай. Иди сюда. Ты кто? Я мальчик. Хай, говорит. Кто это? Главное, не ешь меня, как в этом, во Фрагиле. Ой, она дикая. Понюхай. Фу. Ну куда ты, голожопик, побежала? Эх. Ну она сейчас, наверное, откроет мне какую-то дверь. Ну вот наш первый контакт. Ребят, у нас был первый контакт с женщиной. Это так всегда волнительно. Ой. А я могу теребить эту шкатулку? Давай потеребим ее. Ты-ты-ты-ты-ты. Не могу. Жаль, а я хотела поиграть с ней. Давайте посмотрим. А, она бежит наверх. Побежали тоже наверх. Девочка, я иду. Девочка, подожди меня, я с тобой не закончил. Давай, типа, все обсу. Куда ты побежишь? Вернись. Вернись, я все прощу. Я все прощу. Подожди, я из-за двери пришел, и кто-то закрыл, прикинь. Девочка, там кто-то идет страшный. Ух, бляха. Это кто такие? Это твоя семья? А у них что-то проблемы какие-то с кожей, ты видишь? И посмотри, у мальчика вообще какой-то лишай из глаза вытек. А у матери трусы на лице. Ну, наверное, маска, да? Все-таки во времена вирусов живем. Ты посмотри на них, фу. Ты что делаешь? Давайте я помогу, подожди. Я тебе хотел помочь. Я тебе только подсажу. Давай ты поможешь мне, я помогу тебе. Будем дружить. Ну вот. Давай. Подсади меня. А как подсадить? А как подсаживать-то? Подожди, я не понимаю. Меня не научили подсаживаться. Я не знаю, как это сделать-то. Нажмите РТ, чтобы... Ну, РТ. А, надо прям к ней вплотную подойти. Ну ладно. Откуда я знал? И мне за ноги прыгай. Идеально. Громко было. Ой, они проснулись. Бежим, быстрее, бежим отсюда. Давай, быстрее за мной, девочка. Девочка! Давай, лезь за мной, иначе нам хана. Давай останемся жить здесь, на чердаке. Мне кажется, здесь более-менее безопасно. Потому что что-то все остальное меня мучает и вызывает вопросы определенные. А, ну это нам надо с тобой подвинуть, моя дорогая. Вдвоем все-таки веселее. Видишь, она мне помогает. Мне теперь не так страшно вещи тягать. Платье какое-то экстравагантное, ты видел? Да прыгай, нулё. О, ключ. А это что за... Так, здесь, во-первых, кто-то висит. Можно его за пятку пощекотать. А во-вторых, здесь какая-то личинка, похожая на рыбу. А я могу на нее подняться? Ты же мог. А-а-а, нужно здесь найти, короче, рычаг. Возможно, рычаг где-то лежит, но вопрос где? Ага, я понял. Давай. Хай, давай, хай меня. А чё, я один дальше пойду? А ты тут будешь вообще ничего не делать? Баклуши мять? Фига ты, нормально ты придумала. Такая, дай посижу, а ты всю работу делай. Нормально, тёлка, устроилась. Сейчас у меня тут первые проблемы, да, начнутся? Так, тётя как отсидит. Я на всякий случай на корточках. Добрый вечер. Я возьму? Вы вроде бы спите, тётя. Тётя, ты сверлишь же, да? Отдай сюда. А, она игрушечная. А, ну тогда и не страшно. Раз игрушечная, что я тогда боюсь? Я думала, она живая. Она такая, ну, полумертвая. Все, добери ты. Ну, брат мой. Ну, давай, давай, ты сможешь. Неси. Эть, протискиваясь через проходик. Есть контакт. Все, я добытчик.
Я мамкин хулиган. Я оторвал тёлке руку и достал нам ручку. Ха, прикольно. Оторвал руку, взял ручку. Хи-хи-хи. О, да ты покрутишь? Ну давай, крути. Какая хорошая... Подожди, стой, я на... Давай, еще раз, давай, поехали. Какая хорошая девочка. Ты видел, что она делает? Она мне помогает. Ну-ка, эй! А-а-а! Повтори. А, нормально, нормально. Все, мы добыли наш первый ключ. Золотой, непростой. Блин, как приятно, что у меня есть деваха. Можно ее как-то погладить или потрогать? Ну, типа, по голове так, типа, похвалить, как кота или собаку. А здесь нам как? Наверное, надо выдвинуть вот этот ящик. Давай, детка, полезли. Нам надо обратно. Я видел там, куда надо было присунуть этот ключ. Я думаю, что сейчас, как только мы откроем дверь, начнутся наши первые проблемы. Потому что, ну, не может быть так, что мы такие тут спокойно медитировали. Потому что в первой части все прям началось сразу. Потекло говно под трубом, поэтому сейчас, думаю, тоже сейчас как потечет. Есть. Заходите. О, туалет. И мы ушли из этого домика. Фига у кого-то размерчик. Ты прикинь, какая у него нога с меня. А туалет не открывается? Может быть, там что-то лежит? Может быть, там еще одна девочка, которая будет мне помогать? Но она за мной бегает, это приятно. Теперь у меня есть подружка. Так, Сар... Я кого-то слышу. Я здесь кого-то слышу. Помоги мне, навались. Я здесь реально кого-то слышу. Ты слышишь какие-то противные звуки? Как будто кто-то кого-то жрет. Ой, зачем ты сюда? Так, на корточке. А, кто-то, наверное, кожу дерет с животных. Нам не понравится то, что мы сейчас увидим. А я тебе что говорила? Я говорю, он обдирает шкурку. Он, наверное, шубу делает для жены. Она ему такая, ну купи шубу. Он такой, у меня нет денег. Он пошел, забил, короче, зайца. И теперь будет делать свою, собственно... Нам главное по стелсу пройти. Как? Помоги мне. Давай, помоги, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Походу, сейчас надо бежать. Походу... Не надо! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! А, в смысле? Он меня подстрелил! Ты чё, пёс? А её бы подстрелил! Меня-то зачем? Ёп, твою мать! А, надо за девочкой делать. Девочка плохого не посоветует. Ох, бляха! Короче, надо реально прятаться. Повторяем за девкой, она умная, писец. А! Ну я же почти, ну ё-моё, она быстрее меня бегает, потому что она худее. Ты посмотри, она там сколько в темнице сидела, вскормленная, мне боли. Блин, реально девочка подсказывает прям. Ё-моё, вонючий охотник. Я что, в сказке про Белоснежку или где там был охотник? А! Страшно каждый раз, когда он стреляет. Мамочка, бежим. Пожалуйста. Девочка, девочка, помоги мне, девочка, пожалуйста, давай, давай куда-нибудь прыгнем, вот сюда, вот, давай здесь останемся, давай, давай, все, все, садимся, он нас не найдет здесь никогда, притворись кустиком, я куст. Я вообще слилась с местностью, мне этот пакет на голове превратил меня в камень. Так, ну это какой-то плюшевый охотник, пока не страшно. Но очень интересно. О, девочка, поглубже засунь свою голову, пожалуйста. Поглубже, куда ты? Зачем ты полезла? Залезь, куда ты? Вернись, он же тебя заметит. Не-не-не, я не пойду. Ты что, дура, что ли? Ну и что, за ручку тебя взять? Давай, я ее держу за ручку. А? У меня есть девушка. Давай останемся здесь, все. Это наше место, это наше гнездышко. О, он как будто в нее там целует ее. Ладно, пойдем. Я так понимаю, что нам сейчас нужно просто от этого мужчины тихонько ее провести, потому что она боится и хочет, чтобы мы ее провели. Я так понимаю, что это нужно делать осторожно и по кустам, и тогда у нас в теории не заметит. Вот единственное, ворона может нас сейчас спалить. Ух, как...
Ты посмотри, какой, а. Нормально идем, пока живы целые орлы. Ничего, девочка, я тебя проведу. За ручку мы держимся, все будет хорошо. Молодой человек, а может быть вы пойдете дальше шкуры драть? Может быть вы от нас отстанете, может быть нас уже драть не надо, а мы типа все. Мы как бы два юных ребенка, которые хотят всего лишь любви и все. Только не на нас, пожалуйста. Так, а подожди, а что нам сейчас бежать ты предлагаешь, игра? Что делать? Ё-моё. Да, походу. Смотри. Ага. Сюда руку. Дай руку. Бежали. Бежали, давай быстрее. Щени. А-а-а! Ну я почти, я попал в дырочку. Я попала в дырочку. Дай руку мне сюда пошла. Ладно, надо все-таки, наверное, стараться идти тихонечко. Не шевелимся, мы кустик. Я у мамы кустик, я у мамы рожь. Ты меня, пожалуйста, ручками не трожь. Все, пошли отсюда. Надо идти с ним пытаться наравне, а потом не бежать. Видишь, я начала бежать, он перезарядился и выстрелил меня. Но я просто думала, а как иначе? Они слишком медленно вот это вот идут. Так, спокойно, вот здесь сейчас ждем. Сейчас, как только он отворачивается, сразу идем. Давай, мы успеем, давай, детка. Ты и я. Мне не хватает терпения! Мне не хватает терпения это сделать! Ты сама не можешь пройти, Ля. Замри. У нас здесь нет, ты видела, я сломала игру. Я забаговала игру, он не понял вообще, что происходит. Так, пошли. Пойдем, он нас не видит, он тупой. Он тупой. Ладно, лучше так не говорить, а то я его сейчас разозлю. А, ну подожди. Мы можем остаться здесь вот так вот в кустах и не шевелиться. Он вроде бы как нас не видит. Даже когда попадает на нас светом. Давайте проверим эту теорию. Допустим, мы вот так вот, вот здесь вот сидим, у края кустиков. Сейчас он повернется. Мне чисто интересно. Да, видишь, он нас не видит. Он слепошарый, лох. Давай. Давай, прыгай, девочка. Быстрей. Да, детка, мы это сделали. Мы довели. Ай-яй-яй, отойди оттуда. Отойди, он... О! Хорошо, что мы отошли. Ё-моё. Хорошо, что мы отошли, иначе нам бы был бы конец. Ладно, я думаю, что на этом мы с вами закончим. Вот, короче, такая вот игра. Не знаю, как вам. Я пока что... Вот, мне нравится. Надеюсь, что тебе тоже. Пиши свое мнение в комментарии. Не забывай подписаться на мой канал, если еще по какой-то причине ты не подписан или не подписан. Делись этим видео со своими друзьями. Но увидимся мы уже, как всегда, очень скоро на этом канале. И да, если не смотрел первую часть этой игры, то обязательно посмотри. Увидимся. Пока.